Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою небольшую, но очень полезную серию видео по лечению различных проблем ротовой полости, а также десен и зубов. Все материалы, которые я снял, уже собраны в двух плейлистах. Обязательно попробуйте разные рецепты. Применяйте два и даже три рецепта одновременно долгое время. Ну а сегодня очередной народный суперэффективный рецепт. Что же необходимо делать? В сезон, а это примерно с мая там, по сентябрь, необходимо выходить на улицу и искать подорожник. Если подорожника нет или вы живете в большом городе, естественно, необходимо выехать в экологически чистый район. Где-то возле города, в какое-то село уехать и так далее. Насобирать там листья подорожника. Их можно долгое время хранить в холодильнике на нижней полке, просто обмотав их хорошо белой бумагой, например, для принтера. В кульке их хранить нельзя. Моем несколько листов и необходимо их размять. Далее берем руками, чистыми руками, эту кашицу и начинаем вот так втирать эту кашицу в десна со всех сторон. Эту процедуру делаем около 5 минут. Остатки просто потом можно выплюнуть и ходим в таком состоянии 40 минут. Не кушаем и не пьем. Так делаем 3 раза в день ежедневно до результатов. Вот и все. Будьте здоровы!